Наверное, ты недоволен, да? Вот суть по лицу. Суть по лицу. Как вы догадались. Ты немножко недоволен. Расскажи вообще, как складывался сегодня день и что не получилось? Складывался нормально. Первый бой решил не проигрывать. Выиграл первый бой. Потом вышел с Лимбахом, шли удар в удар. Потом я купился на провокацию. Мне нанесли парад репост. Потом я уже решил рискнуть, и не прошло. Скажи, пожалуйста, что значит купился на провокацию? Что была за провокация? Ну, в бою меня вызвал на активную атаку. Значит, ответ. Вот, я полетел туда, в этот вызов. Скажи, пожалуйста, Лимбах вообще очень серьезный соперник. Насколько тебе с ним тяжело фехтовать или, наоборот, удобно? Вот существует же такое понятие, да, удобное и неудобное. Вот что для тебя Лимбах? Когда ты фехтуешь с первыми 16 мирового рейтинга, совсем неудобно. Так что, не знаю, нет таких. Все что-то делают, у всех набор приемов разный. Ну, бывает, что человек дал ложиться, но это не здесь, не на чемпионате мира. И не такой соперник. Скажи, пожалуйста, второй чемпионат мира уже для тебя, вот чем они отличаются? Вот в прошлом году ты же был дебютантом, да? Все было первый раз, все было новое. Сейчас уже второй мир. А как ты себя чувствуешь вообще? Ну, отличается счетом у меня в боях. Я, может, следующим я, может, уже дальше пройду, я думаю. Так, не знаю. Ну, по ощущениям, да, отличаются. Я сильнее стал. Я уже на другом уровне фехтую. Ну, так вот, в общем, не могу сказать пока. Пока не могу. Потому, ну, эмоции еще не могу. Ну, не могу ответить на этот вопрос полностью. Ты ребят наблюдал, которые попали в финал? Вообще какие-то прогнозы у тебя есть? Нету прогнозов. Не буду ничего говорить. Не хочу. Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Ну что, закончился для тебя личный турнир, да, не совсем, наверное, так, как ты планировал? Ну, скажу, что да, да. Я планировал немного подольше пофехтовать на этом турнире сегодня, но спорт и спорт, поэтому надо идти дальше. Скажи, пожалуйста, сейчас, наверное, эмоции все-таки еще переполняют, да? Но все-таки такой экспресс-анализ, если коротенько, еще не получилось с корейцем. В чем была, так скажем, основная ошибка? У меня в бою с румыном за 32 замкнуло спину после 8, и кто-то сыграл решающий момент. Потому что я сегодня был готов на все свои 100%, которые нужно было. Провел отличный сбор, провел сезон хороший и подвел себя в наилучшей форме, оптимальной к этому турниру. Но как раз то, что замкнула спина, мне было сегодня тяжело фехтовать. Я на морально-волевых не смог. Я не мог делать те движения, которые надо было делать для того, чтобы выигрывать. А те, которые я делал, не хватило для того, чтобы Поэтому сейчас моя основная задача – восстановиться к командным соревнованиям. Скажи, пожалуйста, что сказали врачи, насколько это серьезно? Ну, врачи таких прогнозов дальновидных не делали, поэтому они сделали все возможное, что они могли мне сделать. Но вот этот короткий период между боями я не успел восстановиться, и мне
каждое движение мне давалось очень тяжело сегодня во время боя. Да и, в принципе, сейчас я тоже чувствую себя не очень хорошо. Но я не ищу оправдания, но вот такое форс-мажорное обстоятельство, которое просто-напросто вырубило меня из боя. Ну да, травмы, наверное, все-таки не так часто, да, у тебя бывает, что для тебя это достаточно неожиданно. Для меня неожиданно, да, и это просто фактор такой больный был. Мне просто больно было фехтовать. Мне было больно, но я сделал все, что можно сделать. Ну тогда такой вопрос. Что ты думаешь о фехтовании сегодняшних ребят, которые остались, да, в финале? Леша Якименко и Николай Ковалев. Вот твой такой прогноз. Ну, поживем, как говорится, увидим. Насколько я знаю всю обстановку в команде, и у Николая этот сезон был достаточно тяжелый, у него было там воспаление легких и там разрыв связок, у Леши тоже была там операция. Поэтому я думаю, что они сегодня выложились, и еще, я надеюсь, выложатся на все свои 100%. Сегодня все в хорошей, в оптимальной форме, чтобы показать наилучший результат. Я думаю, что кто-то будет у нас сегодня первым. Посмотрим, дай Бог, спасибо.